11 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Цензура – это способ не дать мысли, заключенной в тексте, освободиться досрочно. Написал я 5 января 2011 года этот афоризм. Про заключение. Цитата – это попугаи в клетках мозга. Про клетки что еще? Король – фигура одноклеточная. Сейчас еще постараюсь что-то вспомнить. Уже не про клетки, а про шахматы, наверное. Я как ферзь. Куда хочу, туда хожу. Вся квартира уже загажена. Женщин от шахмат отпугивает необходимость приносить фигуры в жертву. Если женщина не следит за своей фигурой, за ней не будут следить и мужчины.